только редкий автомобиль 1, 2, 3, 4 проедет. А так тихо и спокойно. Час пик. Ассоциация грузового транспорта протестует против новых платных дорог. Утро. Окрестности Бергена. Аскёй. 26 апреля. Обычно в это время час пик, много автомобилей. Но сегодня ассоциация грузового транспорта проводит акцию протеста. Едем, но едем медленно. В результате образуются заторы. Многие выбрали сегодня не пойти на работу, а договорились с работодателями работать дома или прийти в другой неурочный, так сказать, час. Тишь да гладь. На два автомобиля, может быть, три проедут. Рули. Пашкино. Вот об этом и пишут сегодня норвежские, точнее, бергенские газеты, одна из них. Говорят, миллионеры руководят акцией. Интересный подход. Ну а все-таки, нужны ли нам платные дороги в таком количестве?